Ну что? Эй, девушка, красавица, ты мне очень нравишься. Вообще, это будет очень интересный влог. Сегодня, кстати, у меня сегодня. Господи, что у меня за аватарка на... Блин. Вот. Это так, 17-го. У меня будет релиз. Ой, не релиз, а снипет нового трека. А теперь давайте я вам его дам послушать. Просто смотрите. Моя жизнь, мое дело. Моя жизнь – это мое дело. Простраиваю себе путь, такова моя карьера. Я не собираюсь меняться для кого-то. Я не слушаю чужое мнение, ведь оно чье-то. Пусть мои хейтеры пишут всякий бред. Пусть мои одноклассники обзывают меня за спиной. Пусть друзья мои говорят обо мне. Но я не вникаю в эти разговоры, ведь их мнение ничего не значит. Я не собираюсь меняться для кого-то. Ведь чужое мнение меня не интересует. Не хотите дружить? Не дружите. Ведь это не мои проблемы. Короче, мои проблемы. Сырьез. И поэтому я сейчас буду собирать свой шопер. Я давно хотела его собрать. Я пришла со школы, хотела его собрать, но я 2 часа очищала память. Меня медведь оттуда вывалил. Очень жаль. Скажите. Короче. Он почти пустой. Потому что у него лежит голова. Короче, что лежит? Голова. И мешок, короче. Так. Я соберу весь шопер и думаю, мы увидимся с вами попозже. Короче, вот. Увидимся позже. Прошло не так много времени. Я переоделась. Вот. Бардак, конечно. Мы уже скоро поедем с этим гадалочкой, я их не в школу сделала подушку. На телек выключился. Ну, короче, гадалочка, я потом скажу, не гадать. Все, ребят, мы в магазине, потому что мы скоро поедем. Не прямо поедем сначала к моей Оле, а мне подруге, короче. А потом мы с ними поедем в лес. Короче, мы пришли домой, но мы хотели купить, короче, какао. У нас автомат монетки. И у нас стоит, короче, там автомат. И там нужно было купить какао. Ну, мы решили купить. Пробовали мы раз. Все, ну, как обычно. То есть, типа, я много раз покупаю там какао, типа, жужжит, прям происходит что-то. Но ваш напиток готов. И пустой стакан, ничего не лилось. Второй раз мы попробовали, ничего не. Мы позвонили в поддержку. Не знаю, что сказали, типа, ну, типа, мама разговаривала, а я не слышала. Ну, короче, вот. Не надо доверять таким автоматам. Мы, короче, едем к нашим друзьям. Там у тебя вид на зеркале. Короче, вот. Там еще очень много будет всего. Я покажу вам обзорчик. Здесь будет как-то так. Короче, нет, едьте. Я выйду. Может, я вышел два двор такси. Мы приехали к нашим друзьям. Сейчас будем подниматься. Они очень... Да. Короче, мы приехали к друзьям. А в 20 утра, часа 20.17. Ой. Тяжелые несколько. Короче, мы уже должны спать. Спецовки только сниму. Завтра утром встанем в 4 где-то утра. Выдвигаемся. Что мы как не можем дойти до сути? А еще я хотела сказать, почему у меня каждый кадр просто по 2 секунды. Доброе утро. Мы проснулись. Так, короче, вот. Видите? Ой, господи, зачем сводилось? Это 30 с чем-то.
Алло, мамуль. Мы идем в кухню. Я хотела тебе рассказать немножко. Мы идем в кухню. Мы заселились. Мы, короче, мы живем. Вот. Андреас, у нас теперь вообще нету с ним. Пять, не седьмая. Короче, мы тут ходим. Тут же было какое-то мероприятие. Вот. Короче, тут куча вообще всего. Мы сейчас еду ходили, короче, брали, но... Ну, как я нам нужно. Чего бы не подходить, мне тут очень классно. Мы не пацаны. И меня, короче, весь зал слышал, там, типа, зал караоке, и ты вот поешь, а музыка играет, ты себя вообще не слышишь. Всем. Какой всем? Короче, я легла, послала 2 часа 2, проснулась в 7. 8. 8. Пойдем до мажорки, дойдем, поздороваемся. Ой, тихо. Еще раз умываем. Кстати. Это очень красиво. Потому что моя дочь проснулся после 3-часового сна. Голодный. Короче, весь ММДМС, походу, расставил грязный в кармане, грязный карман. Потерял нас, мы здесь. Завтракать. Ладно, Петруки, там подписывайтесь. Очень классно. Так, всегда интересно. Всем. Всем. Короче, мы уже вышли на улицу, и мы топаем в кафе. Далеко.
5 минут, суть ролика начинается. До чего мы же приехали? Я сейчас поеду. Раз на сноуборде, я возьму телефон и буду вам там снимать. Что будет, если в снег купать? Блин, меня не видно вообще от слова совсем. Ой, провалилась в снег. Баня. Стоп, это видео было дольше, но это баня, но вы все поняли, поэтому смотрим дальше. Да ну тебя! Да, мы вот так сидели, мы посмотрели. Я выходил оттуда, еще сознание. Блин, инста. Да! На чем вы сейчас ролик этот смотрите? Лайк. 4K заходов. ВК. Слушай, мне очень, знаешь, мне нравится. Это не суть этого описания. Ну что, мы собираемся. Какие мои видео я уже вам вставила, вы видели. Это все похоже. Да, я лезу с гранты, к сожалению. Два часа прошло очень быстро. Мне купили морозник, Я смотрю в камеру. Камера у меня вот. Короче, мы покушаем. Сейчас уже выходим. У меня, короче, у папы было вчера 15 ноября, день рождения. Я купила, короче, вот такую открытку и вот такой магнитик. Я
Я дома еще доделала подарок, я хочу кое-что купить сходить. А ты уже покажу в отдельном ролике. Там еще снегопад. Здесь снега нет. Этот кадр я решила озвучить. Новый год к нам мчится. Скоро все случится. Тем временем поэтому всем пока-пока!